Здравствуйте, мои хорошие! Рада всех приветствовать! Сегодня мы нарисуем натюрморт. Он выполнен будет у нас в технике грифонаж. Посмотрите на картинку. Вот такая вот прелесть. Мы с вами рисовали один вариант полностью из полосочек. Сейчас у нас другой вариант. Значит, мой листочек разделен уже пополам. Сверху вниз по вертикали, по горизонтали пополам. Верхняя часть пополам, нижняя часть тоже пополам. Но есть еще вот такая пунктирная линия, которую мы проведем. Вот обозначение края стола. Мы с вами проводим и оставляем эту линию. Следующее, что мы выполним? Нам нужно построить наш кувшин. Вот в этой части у нас будет кувшин. Посмотрите, вот здесь... Сейчас я вам нарисую, вы увидите, у нас вот в этой области будет окружность. Вот такая вот небольшая, для того, чтобы еще вместился у нас фрукт здесь, яблоко, и здесь груша. Вот такая вот красота. Вот получилась у нас такая окружность. Теперь от этой окружности мы вот сюда наверх делаем вот такие вот линии. Оп, смотрите, узенькая и широкая. Наверху здесь на этой линии мы рисуем эллипс. Просто вот так вот рисуем эллипс. Еще раз закрепляем более ярко. Повторяем все эти линии. Вот так. Внизу нам нужно немножечко подрисовать основание, чтобы кувшин у нас стоял. Посмотрите, вот так линия раз, и вот так линия два. Вот такие. А теперь мы ее закругляем. Вот. Вот такой вот у нас замечательный кувшинчик. Теперь нам нужно стёрочкой удалить ненужные линии. Уберем их. Верхняя часть нарисуем. Вот такую линию. И выполним здесь еще один круг. Смотрите, какой он большой. Обозначение яблоко. И с этой стороны две окружности. Одна и вторая поменьше. Сейчас я четко все выделю вам. Раз, два и верхняя окружность. Три. Вот у нас получилось такие вот три окружности, да, как снеговичок. Здесь мы что делаем? Мы вот так просто соединяем плавные линии. Внизу делаем выемку вот так. И с этой стороны тоже делаем выемку. Наверху тоже. Ненужные линии сейчас, посмотрите, мы их уберем. Вот тут внизу, там, где хвостик, веточка, там у нас есть такие маленькие выемки. Да, вот такая волнистая линия наверху, внизу и здесь внизу. Теперь веточка и листочек. Веточка и листочек. Вот эти линии мы не убираем. Посмотрите, они у нас остаются. Вот. Следующее действие наверху. Вот эту линию уберем. Она нам здесь не нужна. И разделим пополам.
этот прямоугольник пополам, здесь пополам, дальше пополам. С этой стороны выполним действие точно такое же. Молодцы, вот до линии горизонта мы дошли. Теперь выполним действие на плоскости. Наискосок. Вот эти линии у нас делаются наискосок. Раз линия, два линия, три, четыре. И здесь как будто бы зрительно мы ее продолжаем. Вот и все. Мы с вами выполнили построение. Буквально все это быстро-быстро произошло на ваших глазах. Ваша задача самостоятельно покрасить эту работу. Выполнить ее в цвете. Черным цветом. Ну что, я желаю вам удачи. Надеюсь, было несложно. Вы все справились. Вы молодцы. Рисуйте с удовольствием. До скорых встреч!